سلام، معلم سارا هستم. برای شما تمرین رو انجام میدم. Привет, давайте создадим простую векторную графику на примере, который слева. Это изображение, условное изображение елочки графическое на некотором цветном фоне. Я буду делать, а вы попробуйте повторить. Создадим несколько многоугольников. Еще один элемент добавим. Сделаем внутри область. Почти готово. Остается только фон сделать сзади. Повыше подниму. Можно сгруппировать. Друзья, приходите ко мне на курсы. Вы научитесь делать векторную графику. Мои курсы содержат большое количество практических упражнений. Жду вас на моих курсах. Подписывайтесь на канал Авторской лаборатории дизайна. Всего доброго! До новых встреч!